приехал на байкерский фестиваль, а сам так вот раз на мотоцикле сидел. Что не сидел, ездил? Ну и успешно. Конечно, нормально. А есть на мотоцикл? Не, мотоцикла нету. На чем ты сидел? Расскажи про свой первый опыт сидения на мотоцикле. Взял мотоцикл, байк, да и поехал, и все. Ничего не поломался? Ничего не сломал. Да я немножко проехал-то, ёк, что ты думаешь, что ты так на нём колесил, что ли? А почему немножко? Ну, долго ездить, как, в смысле, что немножко? Я на нем не ездил, как ездил, допустим, ну, байкеры, они живут с ним, в общем дело. Это их жизнь. А я просто взял, покатался и все. Хорошо, открой маленький секрет. Вы всегда ломанулись в Калининград за деньги, без, и если за деньги, то за какие? Слушай, какой тебе еще открыть секрет, а? Я смотрю, самый умный здесь стоишь, да? Нет, я не самый умный. А что ты такую хуйню спрашиваешь, а? Я спрашиваю хуйню, я спрашиваю реальные вещи. Какой вам гонорар здесь заплатили? Просто это очень интересно. За какой гонорар выступает? Бля, а может тебе ключи еще от квартиры дать, а? Было бы прикольно. Бля, смотри, какой гонорар вам заплатили? Тебя ебет, какой гонорар заплатили, ёпта. Да, очень интересно. Да хуя заплатили, да хуя. Как за обычный наш концерт. Ну и сколько стоит обычный ваш концерт? Обычный наш концерт стоит? Сейчас что-нибудь спизданного. $20,000. Вы очень дорогие, а? Ребята. Чего? Очень дорогие ребята. Блядь. Еще такое сказать, а? Ладно, давай без понтов. Каких понтов-то? Смотря где понты-то, ё-моё. Я как раз с тобой нормально говорю, а ты ненормально. Я ненормально с тобой говорю. Ненормально, да. Ладно, с какой программой вы сегодня здесь выступили, что вы показали, ребята? Давай другие тебя спрашивают, это все. Блядь, давай спроси еще, блядь, кто у меня жена? Меня не интересует твоя жена абсолютно. Какие у меня болезни, какая-нибудь хуйня еще, типа в этом роде. Это то же самое, понимаешь? Ты еще серьезно не врубайся, блядь, как будто ощущение, как будто не рок-фестиваль, блядь, а как будто, блядь, это хуйня играет, а ты желтая пресса, думаю. Всякую хуйню спрашивай, блядь. Ну тогда ты желтый музыкант в таком случае. Какого хрена желтый музыкант? Пошла нахуй отсюда, желтый музыкант, ёпта. Давай. Ну, забирай камеру и нахуй пошла. Трогай. Что, блядь? Что тебе надо, блядь? Что тебе надо? Я себя ничего не надо. Хочешь от меня узнать-то, нахуй? Человек.